В преддверии 9 мая на Аллее славы Владикавказа открыли два новых памятника. Сотрудники республиканского МВД и пограничных войск ФСБ России по Северной Осетии увековечили память старших товарищей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Была проделана большая работа с архивными документами, но к празднику все же успели. На памятных плитах высечены имена всех воинов 26-го пограничного полка Орджоникидзевской дивизии НКВД. Ветераны поблагодарили молодое поколение за неравнодушие. Фронтовики единодушны. Памятники нужны живым, чтобы они не забывали, какой ценой далась победа. Сегодня мы отдаем дань памяти всем тем, кто, не жалея своей жизни, не жалея своего здоровья, защищал нашу великую Родину в годы Великой Отечественной войны. Памятник неизвестному солдату символизирует заслуги всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.